году, я думаю, что их будет мало, если они будут. Все планы людей, все полетело в тартарары. Наша Кабалена, где мы каждый год отдыхали. Но, Франк, Сибаванти, но. Он хотел заехать, но, Сибаванти. Я говорю, нет, не будем останавливаться, поехали дальше, не надо, не хочу. Мы тоже ждали, надеялись, что в этом году приедут дети в отпуск. Не знаю, как получится. Не знаю. Пока эта пандемия не закончится, все планы. Все планы нарушены. Все-таки чистые, потому что когда человек едет отдыхать, он и должен домой приехать без всяких проблем со здоровьем, чтобы не подхватить что-нибудь и не увезти с собой. Чистота должна быть гарантированной прежде всего. Я уже говорила, здесь можно снимать жилье, если есть необходимость, если кому-то это надо. Разные, можно просто и домики снимать, а можно типа времянок еще. Типа времянок есть такие. Да, где есть кухня, своя душ, комната. И такое есть. Это вот длинная вереница, это все пляжи. Контейнеры для мусора стоят, не закрытые. Мы сегодня с утра выехали на море прогуляться, потому что сейчас уже уезжаем, жара, зной, наступает зной, и на улице находиться очень уже трудно. Нет, домой хватит. Подышали морским воздухом достаточно. Ну и все, пожалуй, пока закончу на этом видео. Всего вам доброго. Пока. До встречи.